Итак, ладно. Давайте продолжим проходить и смотреть, что у нас тут. Что у нас тут дальше будет. И мы остановились на том, что мы прошли вроде бы все зоны, все песни. Однако Мико нам сказала, что еще какой-то особый ивент появился, который... Вот он. Который нам тоже нужно пройти, и еще что-то придется сделать в этом мире для того, чтобы все были счастливы, и все было хорошо, и добро, любовь у всех было, и так далее, и тому подобное. Так что погнали этот спешл ивент. Нам нужно заработать на нем 562 тысячи очков. Окей, это изи. Так, мне нужно выбрать три песни. Ну, я думаю, я возьму, как всегда, Satisfaction. Что же еще взять? Блин, да много чего можно взять. Можно Сантай. Нет, не хочу. Ладно. Возьму эту. И Калк. Да. Сцена вот эту. Так, теперь мне нужно костюмы. Так, ну костюмы можно брать любые. Ну, хорошо, тогда под Satisfaction. Блин, Мику все-таки идет костюм из Сантаев, из Рейнджеров. Окей. Бушидо, не... Да, скорее всего, нет. Я пока что ничего не знаю. Закончу миг, потом посмотрим. Но я бы хотел сегодня отдохнуть. А что такое? Что бы взять? Что бы взять? Ну, кстати, можно взять этот костюм под Satisfaction. Хотя нет, 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 не можно. Мику все костюмы идут. Ну, да. Особенно костюм невесты. Ну, больше, скорее всего, не будет. Пока что я его не планирую. Но, знаешь, у меня в конце стрима может все измениться. Внезапно. Ну вот, возьму вот этот. Так, нужны аксессуары, чтобы выбивать очки. Ой, нет. Плюс 8 бонус. Блин, как же это убого смотрится. Ну, мне надо брать эти предметы, потому что я получу бонус очки, которые как раз мне нужны для того, чтобы пройти все тут. Так, вторая песня. Да, сейчас. Так, все песни поют Мику. Тогда, значит, мне нужно все взять Мику. Возьму вот этот.
О, господи. Да не издевается, что ли? Можно заменить голову Мику тыквой. Ну ладно. Бывает дерьмо в жизни. Ну, как и в видеомастере, там всякие ключи. Вот мне придется сейчас ключ взять, потому что я получаю плюс 8% бонусов. Ни во что не попадешь. О, господи, что у тебя за плазма? Ты... Я даже не знаю. Я наоборот, хотя у меня не плазма, но все же. На своем огромном телевизоре в гостиной, когда я подключаю что-нибудь, там вообще все нормально. Никакого пинга, никаких проблем. Одно удовольствие играть в ритмы игры. Вот через тюнер, например, сейчас как стримлю, у меня есть задержка небольшая. Хоть ты убейся, но она по-любому маленькая есть. Раньше, когда я стримил, она была вообще очень большая. Сейчас она маленькая. Но все равно заметна иногда. Плазма тормозит тип на своей природе. Ну, к счастью, у меня никогда плазмы не было, так что... У нас вообще... Плазма вообще у нас запрещена, по-моему. Из-за каких-то негативных эффектов. Так. Ну, не знаю, я, честно, доволен своим... монитором для вот стримов и компьютера и большим телевизором для просто чтобы отдохнуть. Хотя блин, нужно фармить, у меня мало аксессуаров, мало всего. Кря-кря, блин. Не, ну серьезно, что это за фигня? Ну какого хэ? Вы видите, что тут можно сделать из Мику? Ну серьезно. Разработчику пароли, что ли? Да никакие ворота. Окей, монокль, ну да, да, давайте. Господи. Ну, добро пожаловать в Мику Идолмастер Эдишн. Бери костюмы по статам, а не по внешнему виду. Ладно. Погнали. Три песни. Короче, на их версии, зато подряд. Ну, споем, сыграем.
おめでとうございます。クリアしましたね。Пройдено. Окей, идем дальше. Так, ну что у нас дальше, кстати? Не знаю. Может, Мику нам появится и скажет?